Я рада всем, кто заглянул ко мне. Сегодня я хочу приготовить вкусное блюдо из баклажан вместе с рисом. Кроме баклажан и риса, для этого блюда я еще беру помидоры, болгарский перец, морковь, лук, чеснок и зелени, кинза, немножко орегано, соль, острый молотый перец и подсолнечное масло. Моем баклажаны, я их очистила, вы как хотите, тоже по вашему желанию, можете не очищать. Потом нарезала вот такими кубиками, добавила соль, немножко подождем, чтобы ушла лишняя горечь. А тем временем я подготовлю все остальные овощи, нарежу болгарский перец, лук и помидоры и натру морковь. Все готово. Сейчас начинаю обжаривать лук. Потом я сюда добавляю морковь и болгарский перец. Отжимаем баклажаны и добавляем туда же. Пускай они тоже немножко обжарятся. Ну а затем уже будем добавлять помидоры. После помидор я добавила рис, немножко воды. Сейчас накрою крышкой и пусть все это у нас тушится на медленном огне. Естественно, периодически мы посматриваем. Зависит от сорта риса. Мне пришлось еще немножко добавить воду. Рис пока еще не готов. Ну, в конце где-то минуты за 3 до того, как отключить, я добавила чеснок, зелень, соль и перец. Не приходится говорить это уже после того, как я приготовила. Я думала, что у меня съемка идет, оказывается, она остановилась. Я люблю это блюдо в холодном виде. Мои любят в горячем. Так что такие разные вкусы у нас в одной семье. Друзья, готовьте и пишите, а вы как любите. Ну и до встречи. Всем пока.